Ну чё, Максим, товар на месте, товар при себе, или как обычно все забыл-то, а? Бабки доставай быстрее, это что это, а? Ну чё, дурак какой-то, да, погоди, да мы же договаривались, слушай, на товар, чё, никак, Не-н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 е! Стоять! Стоять и рываться! Стоять! Стоять, говорю! Да, стоять! Нет-н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 ет! Да блин, а нет! Стоять! Стой! Открыл машинку! Отлично! И закрывай его, садимся! Че, теперь ничего не сделаешь мне, да, Максим, а? Че, да? Ну давай, Максим, ладно, ладно, успокойся, успокойся, ты мой Феррари, не надо. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе, со мной сегодня Максимушка Фреш, и добро пожаловать на 7-й сервачок криминальной России на Радмирчике. Я кого, бро? Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с Максимом будем заниматься реально очень интересным делом, соответственно, на котором, я надеюсь, сегодня подниму, как обычно, много миллионов рублей. Максим, больше недели я держался и не ездил в то самое место. У меня была какая-то реально ломка, я тебе серьезно говорю. Мне прям хотелось, вот каждый раз, когда я заходил на сервачок, мне прям реально хотелось сюда доехать, хотелось сюда добраться. Но я каждый раз все же смог себя останавливать, но не сегодня, Максим. Сегодня настал тот самый день, когда мы снова ворвемся на контейнеры и снова будем, надеюсь, по крайней мере, на это будем выбивать оттуда какие-нибудь крутые эксклюзивчики, соответственно, дорогие автомобили. Так, только перед началом мне надо в банк заехать, потому что деньги у меня все в банке лежат. Ну что, дорогие друзья, перед началом этого ролика вам и желаю, конечно же, приятного просмотра, конечно же, приятного аппетита. Ставим лайки, обязательно подписываемся на канал. Значит, как вы уже поняли, да, действительно, сегодня мы поедем на контейнеры, где мы сегодня реально потратим, мне кажется, очень много денег. Хотя не, я бы не сказал, что много денег, потому что у меня в банке лежит 43 миллиона, 3 миллиона на руках. Поэтому, да, поэтому, Максим, поэтому. Не, я же продал ту Феррари Монца SP2, вторую, которую я выбивал, соответственно. Вот с нее мы сегодня и будем открывать, по сути, это контейнеры. Вот, единственная проблемка, я вот думаю, нам 50 миллионов, ну, практически 50 миллионов вообще хватит в целом на контейнеры? По факту, или да, думаешь? Да. Ну, просто мне кажется, что вероятность того, что мы сольем эти деньги, крайне высока сегодня, потому что когда мне везет на контейнерах 3 или 4 раза подряд, это, конечно, хорошо, но в какой-то из разов уже повезти, соответственно, и не может. Поэтому, так, мы же машинку закрываем, чтобы ее, соответственно, не угнали, а то, как обычно, ее у меня угонят и все. Так, ну ладно, значит, подходим к моему банковскому счету, ребята, просто моя золотая жила. Снимаем все деньги, которые у нас только есть, раз, два, три. Раз, два, три. Итого, у нас с вами, по идее, должно быть 46 миллионов. Да, 46 лямов ровно у нас на руках. Ну что ж, заранее напишите в комментариях, как вы думаете, повезет нам сегодня на контейнерах, потому что мне почему-то кажется, что мы сможем слить. Вот, да, ну реально, ну сколько денег мы там уже оставили, соответственно, да, сколько мы тачек оттуда забрали. Мне кажется, сегодня тот самый день X, когда нам не повезет. Когда мы реально сольем все на под ноль просто и все. Ну что, что? А ты реально, ты как думаешь, да, мне сегодня повезет или не? Тебе, тебе нет. А ты что, тоже собрался открывать или что? Нет, я не понимаю. Только что-то на тебе не повезет, а чего это? Просто, так... Не, ну, вероятность все же, что повезет, она все-таки как-никак есть, так или иначе, да? Но вот реально, после того, как я понавыбивал кучу реально крутых автомобилей, мне кажется, что сегодня нас контейнеры не удивят. Сегодня контейнеры нас огорчат, скорее всего. У меня вжало, бля. А как ты так едешь, я не понял? Ебана, подлетела. Че здесь происходит? А че за гонка там? Почему трасса перекрыта здесь вообще? Дорога, я не понимаю. Че за фигня? Ладно, друзья, доедем сейчас до контейнеров и приступим к их открытию. Максим, ты посмотри на эту картину. Че это такое, я не понимаю? Почему такое? Подожди, не, погоди. Тут очень много людей в костюмах бомжей просто со всякими прикольными этими причиндалами, так сказать. Там, смотри, эти игры. Почему именно в этом скине? Ну-ка, объясни, давай, мне прям интересно. Маленький для перестрелок, типа, из-за этого там всякие. Мне просто нравится, что все просят на обед. У них у каждого таблеточка на обед. Понимаю. Нормально. Ладно, ребят, давайте, удачки вам, всего хорошего. Так, ну чё, Максим, да ну ема, ну пропусти ты, пожалуйста-то, а. Всё, я на самом деле, как бы это ни было, я надеюсь, нас контейнеры сегодня приятно удивят. Я вот буду именно верить в это, соответственно. Друзья, я еще болею немножко, соответственно. У меня очень сильно болит горло, поэтому мне очень сильно, у меня очень сильно болит горло, мне очень тяжело разговаривать, но так или иначе. Я стараюсь. 30-сантиметровый загладывать. Ой, ну ты чего такие вещи говоришь? Так, ну все, ребята, соответственно, ждем, как у нас только заспавнятся контейнеры и приступим к их открытию. Ну не, надеюсь, что нет. Ну, наконец-то!
наконец-таки приехала наша партия. А что, ты реально готов? Реально? Ну, делаем ставку. Давай, делаем ставку. Давай. Вот это первый контейнер на сегодняшний день, соответственно, за 15 миллионов рублей. И давай попробуем сумму убрать, которая будет. Давай, мне кажется, 10-12 будет. Мне кажется, 10-12 это вот примерно вот в этом самом диапазоне. Я думаю, до 8 миллионов. Думаешь, да, в итоге сейчас падает какой-нибудь целка, соответственно. Ну вот мне реально, мне вот для полноценной коллекции осталось целка выбить и все. Ну не, Максим, знаешь, вот хоть чуть-чуть ко мне подсказывают, что сегодня ничего не будет. Ну вот есть маленькая такая, маленькая надежда. 6 секунд. Блин, как я этого ждал дня, как я ждал. Я целую неделю больше даже ждал этого дня, когда мы с тобой приедем на контент. А ну-ка, погоди, чего там, а ну-ка? Это че? Ему, погоди, он же очень дорогой, не? 22 мульта, между прочим, начало положено, так сказать, да? Начало, я вам хочу сказать, весьма добротно, дорогие там друзья. СЛР Макларен, это машина, это же из МФС-ки, по-моему, да? Из Мастонтона, если я не ошибаюсь. И не, не из Мастонтона. Короче, была, из какой-то МФС-ки, я точно помню, она там была, я помню, когда она у меня была, я прям конкретно по ней кайфовал, думал, что у меня такая же машина будет в реальности. Но, к сожалению, у меня лишь только велосипед. Но ничего, это самое главное, не сдаваться, так сказать, ребята, поэтому рано или поздно, возможно, что-то да будет. Ну ладно, давай, делаем ставку на этот контейнер. Как ты думаешь, сколько? 10, 15, 20, до 8, думаешь, да? Ну не знаю, мне кажется, в районе 13-14 миллионов будет, не думаешь, не? Мне кажется, вот примерно где-то вот в этом ценовом диапазоне, не? Блин, ребят, я знаю, как сильно вы кайфуете от контейнеров, поэтому реально просто заводим на эту серию огромное количество лайков, потому что я знаю, как сильно вы от этого кайфуете. Нормально! Что-то одни на Мерседесе. Сколько? 10 миллионов, кстати, слышишь? Что-то он, я думаю, он подороже будет на самом деле. Ну, слушай, ну так или иначе, начало уже неплохое. Два Мерседеса мы выбили, поэтому в целом неплохо. Ну что ж, ждем, как у нас спавнит следующие дубаски контейнера и будем их также открывать. Дубаски. Так, ну Максим, смотри, третий контейнер. Значит, с первого контейнера мы нормально купили. Со второго. А что ты там делаешь внутри контейнера? Ну, Максим, ты сейчас всю удачу совьешь. Там машина заспавнится нормально, испугается, и в итоге какой-нибудь хамри приедет. До 15 лямов. До 15, да? Мне кажется, на самом деле сейчас дороже будет. Вот отвечаю, смотри. Вот смотри, что дороже будет. Смотри. Ну нет. Сколько она стоит? Погоди, сколько стоит? Она 10 мультов. Нормально. Я думал по твоей реакции, что намного хуже на самом деле ситуация. Но не, в целом нормально. Знаешь, сколько денег у нас осталось, Максим? А, кстати, 46 мультов. Мы с чем приехали? Да, в нулях. Просто вот прям ровно в нуле. Вот реально, с чем приехали, пока что с тем и остаемся. Ты 0, Олег, это нормальное дело. Ой, Максим, ну вот это зря, понимаешь? Максим, как говорится, говоришь на меня, переводишь на себя. Кто обзывается, то так сам и называется, понимаешь, да? Ты не сможешь вывести этот базар против меня, сейчас, понимаешь, да? У меня слишком сильные эти, понимаешь, аргументы. Олег, блядь, абонемент к стоматологу или что? Максим, мне абонемент не нужен, у меня прописка у стоматолога, понимаешь? Поэтому нормально все. Так, ладно, Максим, делаем ставку, что в этом контейнере? Все, 2 секунды, дай, иди нахуй. Чего там такое, погоди, чего там? А ну-ка. Пиздец, блядь. Я там все ебу, блядь. Еба! Это еще один Макларен, еще один. Ошалеть, просто ты глянь. Ой, какой он сасный, хоть он у меня есть, но я, блин. Слушай, ну я его продам, он у меня есть, я его продам 100%. И вот, кстати, мне предлагали, ребята, чтобы вы понимали, обменять Макларен, соответственно, на какой-то бизнес. Бизак. Да, на магазин, получается, продуктовый, на супермаркет, который находится вот неподалеку от нас. И мы обычно закупаемся, соответственно, лотерейным билетиком. Вот. Не, ну все, вот сейчас мы ушли прям жестко в плюс. Ну, Максим, я тебе клянусь, я думаю, что когда мы приедем сюда, я думаю, что мы сольем. Я реально думал, что все, это габелла полная. Но удача сегодня явно на нашей стороне. Че может по приколу? Че может по приколу? Откроем один американский. Давай, вот чисто за 5500 откроем чисто американский, посмотрим, что находится внутри него. Ну давай, смотри, ты говорил, что самое. Ты говорил, что самое жесткое, что можно выбить из этого контейнера, это напомни, пожалуйста, что это за тачка у нас. Это, по-моему. Ну да, это Dodge Ram, да, получается. Ну, короче, ладно, давай смотреть. Просто вы сами помните, какой разброс бывает в этих контейнерах, когда мы открывали европейцы. Контейнер. Нам падали японцы, по-моему, там или ничего, нам только не падало. А, не, наоборот, из японцев нам падали немцы. Вот, поэтому давай смотреть. И... Ну-ка,
ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нормально? Нормально прям, да? Нормально? Ну, не, говно. Ну-ка, давай, давай, ну-ка, ну-ка. Ну, на самом деле, вот опять же, странно, что из американского кейса падает европейское, этот контейнер имел в виду, падает европейцы, это, конечно, странно. Но так или иначе, ну ладно, мы в минусе. Мы в минусе, но небольшом. Ну ладно, давай будем ждать, соответственно, следующий дубаский контейнер. У нас тут уже нормальное количество. А чё все? А чё все такие красивые в костюмчиках бегают, я не понимаю этого, а? У нас тут реально уже целый стадион зрителей. Пацанам привет всем, кто тут с нами. Пацанчики, здорово. Да, Максим, нормально. Рано или поздно у тебя такая же тачка будет. Все, ждем дубаский контейнер. Не, ну Максим, я до сих пор пребываю прям в большом таком шоке, что нам опять же выпал Макларен просто сено. Ребята, это однозначно лайк. Я клянусь. А, нет. Ну что там, что там, что там? Он сливает бабки, ебой. Нет, только нет. Она же вообще дешевая по-любому, не? Она же прям вообще дешевая. Так, мужчина, пропустите, пожалуйста. Ну, а, кстати, 11 мультов. Я думал, она будет стоить миллиарда 2-3. Нет, так это нет. Нет, так, ну, так тогда да. Понимаешь, Максим, ну, Макларен Сена, это вот реально, вот чего-чего, но вот этого я вообще не ожидал. Когда ехал сегодня на контейнере, я был уверен на 100%, что ничего не выпадет сегодня. Я прям реально был в этом уверен. Но, видимо, удачно. Сегодня с нами снова, как обычно, я этого безумно, конечно же, рад. Я вот реально, я все жду того дня, когда мы приедем на контейнеры, мы сольем все просто в нулину. Вот, потому что по-прежнему этого дня еще не наступило, и это странно, я не понимаю, как это работает, это реально какой-то прикол. Да? Ну, типа, я реально, мы каждый раз, когда на контейнеры приезжаем, мы просто каждый раз что-то обязательно выпадет крутое, я вот этого не понимаю, просто по КД. Боже мой, просто ну что там, что там, чего там? Нормально, нормально, нормально. Ну не, это на самом деле недорого стоит. Мы в ми... А, не, ну вот ровно в ноль ушли, 15-200. Ну вот ровно в ноль, Максим, ушли. Так что нормально, Максим, а? Вот не чтобы порадоваться за друга. Вот не чтобы, понимаешь, вот быть счастливым, что у меня все хорошо, что у меня все получается, да, что тачки сыпятся с небес, и мне это нравится, да. А вот просто вот эту вот зависть включают, а сразу же, ну, Максим, ну зачем? Для чего вы это делаете? Скажите, пожалуйста, а? Потому ты же понимаешь, сам должен, а не контрист. Максим, ты же понимаешь, что как бы вот притягивает зависть. Ты же понимаешь, вот только ты не ту энергию посылаешь в космос, ты понимаешь это или нет, а? Так у вас выживание без доната идет, понимаешь? Я рано или поздно дойду тоже когда-нибудь до выживания без доната. Рано или поздно когда-нибудь этот момент настанет. Не сможешь. А что это? Что чел делает? Я не понял. Смотри с контейнера прямо, что это такое, а? А ну-ка, смотрим, наблюдаем и... Ой, это Акура, да, по-моему? Акура тачка называется, если я не ошибаюсь. А что, она прям дешевая, да? Она прям ни о чем, да? Да ема, там чел с контейнера, ты что себе позволяешь вообще, а? Ну где рамки приличия вообще какие-то, я не понимаю. Ну что такое начинается-то, ну елки-палки-то, а? Так, открываем следующий контейнер, четвертый с этой пачки, соответственно, ребята. Ну давай, делаем ставку. Мне кажется, хотя слив, мне кажется, сливной будет. Мне кажется, после Макларена Сена должно вот по-любому что-то вот пару раз... умоляю, камри, не делай этого, Максим, не надо. Ты не ту энергию посылаешь в космос. Космос нужно пожелать прям положительную, хорошую энергию. Чтобы нам притягивать, понимаешь, все самое наилучшее. Поэтому смотри, Максим, видишь, я думаю о хорошем. Я думаю на позитивчике, соответственно, я думаю, да. И вот именно из-за этого, ребята, прямо сейчас из этого контейнера нам падает реально офигенный автомобиль. И барабанная дробь, и это... Так, ну по реакции... А, не говно. А что, реально? Он что, дешевый? Погоди. Не-не-не-не-не, погоди. Мне прям... Не может быть! Не может... Да как так-то? 9500. А что за фигня? Кулина, значит, 50 стоит, а Rolls-Royce в рейс стоит 9 лямов. Ну, нормально вообще, понимаю. Барабанная дробь открывается. Следующий контейнер. И это, Максим, смотри. Максим, просто наблюдай из-за... Ай, блин. Что это за смех такой ненастоящий? Я не понял, Максим, а? Ну, так, а где-то был... Подожди, где-то был еще один дубайский. Погоди. Ой, ну, смотрите просто, как он радуется. Когда ничего не падает, да? Смотрите, как он радуется, да? Максим, я буду делать так же, внимание, хотя я не буду опускаться до такого же, понимаешь? Я вот наоборот, Максим. Олег, если, ты Максим, уже давно Максим, нет, Максим, если ты будешь выбивать что-то хорошее с контейнера, я буду только рад за тебя, понимаешь? Я буду максимально счастлив за тебя, что тебе реально такое цепится. Вот, понимаешь? Потому что надо радоваться реально за других, надо реально радоваться за друзей, поддерживать их максимально. Ребята, это реально очень важно, главный совет, которому нужно придерживаться не только в играх, но и по жизни. И тогда, Максим, ну реально,
я тебе говорю, тогда нам всем будет просто вести тупо по КД, я тебе реально говорю. Смотри, ровно через 3 секунды падает тачка, самая редкая на этом сервере, самая редкая. Я говорю, мы СЛК какой-нибудь, смотри, а ну-ка, ну давай, давай. О, а все, погоди, а Урус все фигня, а стой, погоди, а? А мне, а что Урус фигня? Нормально, что за свет такой, я не понял, Максим, а? Ой, а реально 9 лямов, я думал, Урус дороже стоит на самом деле. Ну, Урус, кстати, вот по, хорошо, в целом я бы Урус купил себе, да, Урус мне реально нравится. И Хураканчик, Максим, ну какой это засранец, а? Вот реально, ну что ж это за человек Хуракан, такой? Хуракан, Олег, это завидный. Ой, погоди, а вот этот Мерс тоже эксклюзивный, да, по-моему, насколько я помню. Ну вот, я чисто по вашим видосам смотрел. Да, вот это эксклюзивный, да. А, все. Так, ладно, ребята, ждем следующие контейнеры. Итак, дорогие друзья, остается менее 10 секунд до открытия нашего следующего контейнера. И Максим, да, настало дорогие друзья, время, сейчас увидите, настало... как уже копии снимают бабки, наконец-то. Ой, погоди, а там что-то огромное выпало, погоди, стой. Это что такое, погоди. Блять, иди просто нахер, реально. Погоди, стой. 200, сука, лямов, блять. Да ну нахуй. Просто сейчас буду материться, Олег, чтобы задаваться. Зачем придется запихивать роль? А что это? Это квадратеч Витурбо, что ли? Погоди, из Киберпанка 20... Да, квадратеч Витурбо. Мы сегодня официально поставили рекорд наших контейнеров, дорогие друзья. Тачка за 200 мультов, за 200! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А что мне с ней делать? Мне ее продавать или что? Я вот этого не понимаю. Ну, типа... Да, ее здесь лучше продавать, ты ее хуй продашь на бушке. Думаю? Блин, а я бы на ней даже бы прокатился на самом деле. Не, нет, на говно. Ему. Ну, нет, тогда ладно, тогда мы продаем ее. 140 лямов. Ребята, вот это лайк однозначно. Вот это, я прям в это поверить не могу, что я вижу стоимость, видите, 200 миллионов рублей. Это просто жесть, но мы ее продаем и получаем 140 лямов. Итого, на руках у нас уже 219 лямов. Макс, ты понимаешь, мы приехали сюда с 40 миллионами, уезжаем, даже еще не уехали, но у нас на руках уже в 5 раз больше, ты понимаешь? Подпускайте Олега контейнера. Я не понимаю, что с моей удачей. Мне это безумно нравится. Вот, Максим, видишь, я же тебе говорил, вот нужно поддерживать всегда друг друга, и тогда будет сыпаться примерно другое. Так, когда ты будешь открывать контейнеры, тебе также будет сыпаться, Максим. Все зависит от того, какую энергию ты посылаешь в космос. Все зависит именно от этого. Не, ну то, что мы вывели такую, то она реально фигня, ты правильно я понял? Или это троллинг, опять же, тебя, который я потом буду делать? Хер продаж на бушке. Ну, в принципе, мне кажется, да, машина в целом не ликвидна, наверное. Ну да, вот. Поэтому, блин, ну я надеюсь. Ребят, я надеюсь, я сделал все правильно, и мне потом не нужно будет читать комментарии, что я зачем-то сырья продал эту машину, лучше бы оставил себе и все остальное. Но на самом... Ой, нет! Вот и посыпалось! Нет, ну ладно! После того, что... Нет, после того, что... После того, что мы вывели, Максим, можно как бы и реально выбить такую машину. Эй, а что у меня? Контейнер не открылся, алло! А как? А все. А погоди, он у меня закрыт, Максим. А как мне, погоди, стоит? Не, а реально, все. Погоди, а как? А все, а что мне делать-то? Подожди, а как мне внутрь-то попасть? А что за фигня? Отбегай. Не, реально, у меня контейнер закрыт. Я даже внутрь пройти не могу. Что за фигня? Ну вот, ребят, вот что выпало, в принципе, от первого лица можно посмотреть. А как? У меня контейнер закрыт. Че, как я? Что мне делать-то стачка теперь-то, а? Не, ну, Макс, я уверен на 100%, что все. После того, как мы выбили такую дорогую тачку, нам точно уже больше ничего не выпадет. Блядь, да как так? Что нахуй? Там? Да что там? Что? Да что? Пизду. Боже мой, просто, бля, лакер. Не, ну вот ее я, кстати, заберу, потому что ее будет намного выгоднее продать кому-то, нежели чем по Госке, потому что Госка у нее дешевая. Я не понимаю, я не понимаю. На контейнерах вообще, в принципе, возможно слить деньги или нет, я вот этого понять не могу. Я сколько здесь ошиваюсь на них, этих контейнер, я ни разу еще не ушел в минус. Я сам хочу увидеть это, чтобы понять, вообще существует это или нет. Это просто какой-то бред, я не понимаю, почему мне так везет, это просто реально какой-то бред. Макс, ты понимаешь, насколько я сегодня в плюс ушел? Просто, я не понимаю, ребята. Я правда не понимаю, как это происходит. Я вам клянусь, друзья, я не понимаю, что сегодня за день такое, что сегодня вообще в целом происходит. Ну, я думаю, что гелик, все. Ура, сейчас, ура, гелик, а какой? Подожди, 6-6 или 4-4, или. Ну ладно,
смотрю, а смультов не так уж и много. Ну что там, Максим, ну что ты такие вещи говоришь противные, а? Ну что-то порадоваться, порадоваться тяжелого за друга, что ли, я не понимаю. Да, был бы тимолет. А в смысле, был бы чимолет? Смотри, какие мы просто, я не понимаю. Я теперь, мне кажется, реально могу эти деньги правильно инвестировать, купить какой-нибудь просто безак и все, и просто, понимаешь, и просто... Нет, а чего нет-то? Тут даже вот я вот, у меня есть люди знакомые, у которых в сумме там 5 миллиардов, ну, и они, им не продают бирзаки. Ну, Максим, ну, мы договоримся. Максим, мы договоримся, понимаешь? Вся репутация плохая. Тут сама-то нормально у меня репутация, ты что, прикалываешься, что ли? А? Конечно, я самый дружелюбный человек на планете, ты чего, да, Максим? Да, 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 там и нахуй, так, ладно, чего? Ага, ты меня с себя не сравнивай, Максим. Открываем следующий контейнер, и внутри него у нас находится... Ну, ладно, нормально. Ну чё, Максим, а? Ну что ты так смеешься, я не понимаю. Что ты такой радостный, скажи мне, пожалуйста-то, а? Честно, друзья, я уже запутался, какой-то контейнер по счету, но так или иначе, да, нам даже не нужно следить за этим. Тоже. Самое главное понимать, что мы в плюсе. А сейчас это... Да у меня опять контейнер закрыт, да сфига ли, я не понимаю это, а? Ну, внутри а чё? А чё внутри? Ноль. Ну, ладно, нормально, хотя бы так. Так, погоди, Максим, я все, конечно, понимаю, но почему твоя машина, что она забыла в контейнере? Неужели я выбил твоих хуракана, реально? Там две ламбы, Олег. Ой, а чё? А, реально, смотри, две ламбы. Ты понял, ты свои ламбы просто сейчас притянул, примагнитил вторую ламбу. Такое себе, такое себе. О, там еще один дубайский есть, погнали к нему. Ну вот, кстати, Максим, чего-то чучка мне моя подсказывает, что в этом контейнере что-то будет интересное. А ну-ка. Ну, кстати, нормально, кстати, неплохо. Кстати, ну, а чё? Чё, нормально же машина, не? Ну, мы немножко, слили, да, но все равно, ну, машина-то нормальная, это самое главное. Не, все, Максим, походу вот как раз и пошла черная полоса. Не, ну, Максим, не надо, пожалуйста, не надо, Да опять я винтодор, да чё ж их так много-то, я не понимаю-то, а? Так, ну, слушай, там ребята пишут чеком машина за 150 кака, а то и за 200. Да, конечно, да. Да снова жабы это выпало, Ладно, Максим, я предлагаю, давай откроем последние, наверное, три дубасских контейнера, посмотрим, что будет внутри, потому что, ну, мы и так сегодня в огромном плюсе. У меня на руках 176 мультов, но мы, кстати, неплохо так подслили. Мы сейчас подслили где-то 50 миллионов, на самом деле. Потому что было где-то в районе 220, а сейчас 176. То есть где-то 50 мультов мы уже подслили, так что нормально. Слив такой нормальный пошел. Ну что ж, последний контейнер на сегодняшний день. И первый из трех последних контейнеров находится у нас прямо... Ой, нет! Максим, тут Камри выпало. Как раз таки долгожданная Камри, которая... Ты все так хотел увидеть, Максим, поздравляю. Ты добился своего, Макс, красава. Три раза будет Камри. Нет. Нормально то, что я в скине бомжа просто какого-то, у меня просто вся одежда, мне кажется, порвана на мне, и при этом у меня на руках 150 мультов. Это типа вообще нормально или нет? Я в скине бомжа. Так вот, я про это и говорю, типа, это очень странное сочетание. Как вообще 150 миллионов рублей могут поместиться просто в карманы, тем более дырявые. Они же там по-любому выспятся-то все, а? Так, ну хорошо, смотри, это второй контейнер из нашей последней пачки из трех контейнеров, соответственно, то есть предпоследний. Как ты думаешь, что нам оттуда выпадет? Я понимаю, ты за Камри чисто, да, болеешь? Чтобы выпало Камри, либо жаба, да? Волчок. А что такое волчок? Погоди, это что такое? А ну-ка. Так, погоди, нет, стой. А это что такое, Макс? Максим. Где, еду. А ну, 35 мультов стоит, слышишь, смотри. Старенький мерседесик какой-то. Посмотри, пожалуйста, Макс, ты как эксперт, оцените, пожалуйста, так сказать. Нашего... Ну это да, редкий. Редкий, да? Ну ладно, да. Я, наверное, забирать его не буду, я его, наверное, продам так или иначе, да? Ну слушай, вот это вот что-что, ну вот это я, конечно, не ожидал увидеть сегодня в контейнерах. Старая какая-то машина, раритетная. Мерседес 280 SL, соответственно. А погоди, а есть еще 300 SL, да? 300 SL дороже, да, она, наверное, стоит? Ну, прям в разы. А только 300 SL стоит, мне прям интересно. Ну там, я просто помню, я смотрел у вас видосы, они же там прям... Супер. То есть вот настолько, да? Хорошо. То есть там вот буквально чуть-чуть не хватило до 300 СЛ, соответственно. Ну ладно. Итак, последний контейнер на сегодняшний день, дорогие друзья. Последний дубайский контейнер. Давайте смотреть, что же нам выпадет из него. Надеюсь, он нас реально приятно удивит сейчас, потому что все-таки как-никак это заключительный контейнер. И хочется уходить. Но мы и так уходим с хорошим настроением сегодня с контейнером, потому что много чего сегодня хорошего выпало. Так, и барабанная дробь в студию нападает. Только...
Ой, погоди, Феррари. Максим, какая-то Феррари, погоди, стой. Да дай пройти, пожалуйста, да дай посмотреть. Ой, нет, Максим, 8 мультов стоит, капец. Это 488 GTB Ферра, ну, ёк-макарёк, а. Ну, друзья, давайте подводить итоги, значит, наших сегодня контейнеров. Значит, мы остаемся в плюсе, так или иначе, потому что мы приехали, и у нас было на руках 46 мультов. В итоге уезжаем, у нас 170 миллионов, и при этом мы еще забрали одну Феррари Монца SP2. Итого у меня их снова две. Мне снова придется одну продавать, соответственно. Поэтому, если кому-то интересно, можете, соответственно... А, стой, погоди! А я сену забрал? А нет, сену я продал, по-моему, да. Сену да, я как раз я продал, да. Но, так или иначе, друзья, улов сегодня у нас реально максимально жирный с контейнера, за что нужно обязательно поставить лайк. Слушай, ну, Максим, раз такая сегодня движуха у нас, соответственно, я предлагаю не нарушать наши традиции, поэтому мы, как обычно, куда едем? Правильно. Бля. В магазин. Ну, куда ты, велосипедист? А что? Ну, а? Причем, ты посмотри, посмотри, сколько здесь они стоят. 3600, то есть здесь реально один из самых низких ценников, которые я только видел, соответственно. 5К, ну. Ой, начало у тебя уже хорошее. Я больше не буду играть. Не-не-не-не-не, Максим. А вдруг следующий билетик у тебя это тот самый, Максим? Тот самый победный, не? Не, ну просто я раз сегодня такая гулянка. Сука, Олег, деньги, раз такая гулянка сегодня у нас намечается, раз у нас сегодня такая удача, то может быть сегодня и лотерейные билетики нас приятно удивят. Итак, ну первый это очевидно косарик, соответственно. Второй это, знаешь, что у нас, Максим? Знаешь, что это у нас второй? Снова косарик, конечно. А как иначе-то, а? Конечно. Да. Что же у нас еще может быть? Так, нет, Максим, мне кажется, я открыл уже около 1000 билетиков, наверное. Просто мне до сих пор ничего не выпало. Вот максимальная сумма, которую я видел, это 15 тысяч своими глазами и все. Ну что за бред? Ну как это так работает? Я не понимаю. Ну сколько надо этих лотерейных билетиков стереть, чтобы что-то выпало нормально-то, а? Ну неужели ничего не будет? Ну не говори, пожалуйста, так. Нет, не будет. Ну не говори, пожалуйста, так. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну не говори так. Да, такое да, себе, Максим. Я... Постоянно одно лишь только разочарование с этих лотерейных билетиков. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что на этом моменте мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео, соответственно, по выживанию в мире криминальной России на Радмирчике на 7-м сервачке. Заходите, играйте вместе с нами по ссылочке в описании, скачивай проект и заходите, мы вас ждем обязательно. Также не забывайте вводить наши промокоды, которые дают огромный, огромный бонус при старте на сервачке. Ну а с вами, дорогие друзья, сегодня был, как всегда, Олежа Куфи, Максимушка Фреш. Огромное спасибо за просмотр, ставим обязательно лайки, конечно же, подписываемся на канал. Все, до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока.